15 августа 2024 года на одном из полигонов Министерства обороны Республики Абхазия состоялись межведомственные двусторонние тактические учения со структурными подразделениями Службы государственной безопасности Республики Абхазия. По легенде учений, батальон спецназа противника перешел государственную границу Республики Абхазия для захвата стратегически важных участков местности с целью дальнейшего использования их для наступления главных сил противника. Для предотвращения замысла противника по приказу председателя Службы госбезопасности Республики Абхазия все структурные подразделения были приведены в боевую готовность и переброшены по направлению сосредоточения сил противника. Были отработаны механизмы совместных действий оперативно-боевых подразделений Службы госбезопасности Республики Абхазия и минометного расчета артиллерийской группы Министерства обороны Республики Абхазия. Учения проходили под личным контролем подполковника Кучубери, который положительно оценил подготовку бойцов оперативных подразделений Службы госбезопасности Республики Абхазия, а также отметил, что подобные учения способствуют совершенствованию уровня полевой выучки личного состава, их слаженности при выполнении поставленных задач.